Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Юра Чедони, и, ребята, сегодня у нас битва контейнеров в GTA 5. Всем ку-ку, Сандр! Что ж, ребята, сегодня вас ждет по-настоящему заряженная на скорость серия, потому что в этих контактах стоят просто самые безумные, самые быстрые, лютейшие тачки вообще, да? Которые только есть. Прикинь? На Офигеть. Самом деле, я хотел поставить тупо, короче, одну машину, но нет. Короче, ребят, чтобы вы понимали, у нас есть три категории контейнеров, по две штуки. В каждом из них машины, ну, довольно-таки хорошие. И несмотря на то, что Ванёк уже залез на контейнер, тачки нам будет выбирать сегодня Алиса. Да? Я могу пока посмотреть? Ну, в принципе, можешь, что нет. Алиса, короче, выберет тачку тебе. Алиса, назови число от 1 до 2. Пожалуйста, скажи то, что нужно. Ну, спасибо. То, что ты хотел, то, в принципе. Да, то, что ты хотел. Итак, ребята, в первых контах у нас Драгстеры. И это, господи, нифига ты лютый. У меня Камарес. У тебя, как он называется правильно? Шевролет? Челлендж или Чарджер 70-х годов, короче. Окей, ребят, это жестко, но самое интересное впереди, потому что мы идем на прыжок с трамплина. Итак, ребята, мы на самой высокой точке, в принципе, которая у нас есть в игре, и это прыжок, два Драгстера, посмотрим, кто круче. Ну, главное, не перегазовывай, я просто знаю, что если на моем перегазовываешь, он просто встает на задний бампер и переворачивается здесь. 400. Только сейчас 400. Максимально. Еще 500 только, еще еду. Слушай, ну у тебя так-то он побыстрее, походу, да? Так, я вижу, как ты прыгнул, и прыгнул тоже я. Нифига ты там бочки крутишь. Ну ты на самом деле что-то прям тяжелый. Трехочковый? Трехочковый? Нет. Я над крышей... Ой, как... Оооо, если бы я сейчас попал, короче, между вот этих рам, было бы реально прикольно. Чек Энджин, между прочим. Господи, посмотри на нее. Вот это упал, так упал. Просто, знаешь, мне иногда кажется, что эти машины просто алюминиевые какие-то. Как консервная банка просто. Ладно, ребят, балл остается здесь мне, а мы идем на следующее испытание. Ну, погнали. Итак, ребята, вторая дисциплина на сегодня, съезд горы Чилиат. И помни, молодой, ты можешь взорваться, в принципе, как и я. Да, да, это да. Жестко. Давай, так, раз, давай еще с пробуксовки. Давай. Раз, два, три. Ага. Я на дыбки просто встал, понимаешь? Ты-то хоть прыгнул, а я просто на дыбках чилил. Так, алюминиевый корпус, пожалуйста, не мнись. Кстати, у тебя может машина взорваться, я знаю точно. У тебя тоже может взорваться. У меня тоже может взорваться. У тебя она, скорее всего, взорвется. Ёб твою мать. Я не доезжал до финиша. Гонка в разгаре. Матюлили прилегли. Да-да-да. Просто гонка в разгаре. Ну, ребят, сегодня у нас будет трэш-подборка для тачек, короче. Я специально решил такую серию сделать, чтобы было какое-то разнообразие. У меня чек-энджин. Ну, ты не доедешь, ты отвечаю. Ну, походу, кстати, да. Ну, на колеса-то хоть встань, давай немножко-то погрызаемся еще, ну. Ну давай. Господи, у меня машина просто в мыло уже превратилась, чтоб ты понимал. Мыло? Да ёпа-мать. Ты едешь, да? Да. У меня даже чек-энджина нет, все нормально. Я только встал на колеса. А, ну все, я приехал, у меня ноль, все. Ну ладно, чисто ради этого спортивного интереса я ее восстановлю. Ну короче, все, я приехал, пацаны, это Габелла. Так. А, то есть все, ты... Ну да, я ее починил, она полностью, короче, разбилась, все в ноль, просто в мясо. А ты как себя чувствуешь, кстати? Что я смотрю, ты едешь вроде как? Оу! Я, короче, прыгнул, получается, задница попала прямо на верхушку елки и дальше отпрыгнул так красиво, дальше полетел. Ай-яй-яй-яй. Но на самом деле-то я смотрю, твой-то то ли получше, или просто поживучий он. Так, я видел, как ты заехал под мост, пока летел. Да-да-да. Окей, ребят, окей, интересно. Баллы мы сравнили, поэтому... Окей, ребята, интересно получилось. Баллы у нас пока что 1-1. Ну и, собственно, идем к следующим контейнерам. Ну, давай. Итак, ребята, мы добрались до золотой серединки. Там стоят довольно хорошие тачки. Но вот какие тачки, узнаю прямо сейчас. Давай выберем тачку тебе. Давай. Алиса, назови число 3 или 4. Пожалуйста. А пока здесь не важно. Выпало число 4. Так, четверочка. Мне достается дорогущая Бугатти просто за миллиард и даже больше. Окей, окей. Сейчас посмотрим, что получится. Я предлагаю тебе отправиться на дерби. Давай. Итак, ребята, дисциплина дерби. Играем до двух побед. Собственно, будет бойня не на жизнь, а на смерть. Поехали. Понятно. Я дерби ненавижу. Вот я понятно. Так, окей. Балл первый у меня. Давай, поехали сразу, сходу. На самом деле, ты просто летел. Я просто тебя встретил.
Вот сейчас будет интереснее. Ёб твою мать, ты ч... Пошло, ну все, ненавижу дерби. Чего? А чё это было-то, алё? Это нос твой. Это было достаточно жестко. Ладно, ребята, балл достается мне, а мы идем на следующую дисциплину. Итак, ребята, вторая, собственно, у нас дисциплина для этих машин, это Drag Racing и, собственно, Bugatti либо Lambo. Пишите в комментариях, за кого болеете вы, а мы сейчас проверим, кто же лучше в GTA. Ты готов? Да, давай. Раз, два, три. Так, и... Ёб твою, ёб, ёб, ты чё? 200... Только 200. 250... Ёб, вот это Bugatti переключает, 250... конечно, передачи, вы только посмотрите, что она творит. Это лютейшее, это просто реально лютейшее, на тебя, в тебя не попал, к сожалению. А, так, по баллам у нас, кстати, опять-таки боевая ничья, прям идем плотничком. Чё такое интересненькое, ладно, ребята, у нас остаются самые заряженные тачки, пошлите посмотрим, что стоят в последних кантах. Поехали. Итак, ребята, последние контейнеры, гвозди, программы стоят внутри, да. Собственно, давайте выберем тачку Дони. Алиса, назови число 5 или 6. Я всему буду рад. 5? Так, ну и что тебе достается? Так, то же самое, что и себе. Ребята, сегодня у нас подборка, собственно, в конце читерских картов, но это не самое главное. Самое главное, что сейчас будут просто лютейшие зашкварные испытания для этих машин. Погнали. Итак, ребята, помните, я вам говорил про зашквар? Так вот, собственно, вот он. Мы должны отсюда проехать через весь серпантин, через гору Чилиот и спуститься прямиком к... плантации марихуаны. Собственно, да. Это будет вообще лютейшее. Да. Это будет жестко. Но, на самом деле, я знаю, на что способны это баги, поэтому это будет очень круто. Ребята, лайк уже давай, прожимаем. Давай. Так, да сейчас я прилечу, подожди. Я думаю, по какой траектории лучше ехать, потому что надо же забраться через камни как-то, вот туда, через право. Да. Так, давай. Раз, два, три. Да. Ты решил сразу драться, да? Спасибо, Артан. Так, на колеса меня поставил. На самом деле, ребят, чтобы вы понимали, это просто офигеть, какой дерзкий багги. Он может просто ездить по горам, буквально. Ой. Вот только с тормозами, конечно, у нас проблем. Их нет. Забыли завести. Ну хотя бы хоть один есть в этой машине. Тормоз! Я улетел с горы к херам. Воу, воу, воу. Самое главное, через F2 вставать нельзя. Нет, я не... Воу! Здорово. Охренеть! Вот это я понимаю прыжок. Да, вот это было. Прыжок через просто все, что можно, все, что было. Так. Нам, короче, до макушки-то Чилиота еще надо пробраться. То есть наша главная точка-то там, как бы, так скажем, контрольная. А потом уже въезд к нарикам. Нарики. В двинарики. Охренеть, что творит это багги, ребята, чтобы вы понимали, он просто даже не накручен, он сам по себе лютый. Просто лютейший зверь. Ай, ау. И чё, как у тебя дела? А, кстати, я только сейчас понял, что можно перелететь через Чилиот, а потом хер заедешь. Стой! Я что-то слишком разошелся. Так, ну, на самом деле это вроде как хорошо все. Давай вот так тогда поедем. Просто... Я смотрю, Ванёк-то неплохо там едет. Ёпта! А здесь оказывается обрыв? Подожди, стой. А у меня здесь каменистый съезд вниз. Как подняться-то? Как теперь подняться? Просто, ребят, чтобы вы понимали, я, конечно, могу со всей дури газануть, но опять-таки я же перелечу в другую сторону. Ты что там, по дороге едешь, что ли? Каким образом вообще? Я уже заехал обратно на дорогу. Нет, это изи, она останавливается вообще на изи. Она останавливается, она вообще, ребят, вы посмотрите, что она творит. Потом к нарикам доедем? Да. Понятно, все, поехали. Так, тормози. На самом деле, я в такую сейчас попал в задницу просто. А ты из нее как-то выбирался еще? Ну, кстати, ну, ребят, вы сами видели, что творит это багги. Но я на самом деле, да, согрешил, каюсь, я, короче, этот. Все, я отсюда, походу, не выйду. Ну, F2, да, потому что я просто в самой жопе, то есть чисто обрыв, чтобы ты понимал. А ты там как себя чувствуешь? Да я нормально, я уже съехал в этот съезд к нарикам. Так, я лечу. А где нарики? Нарики здесь? Это не нарики, это же этот съезд в дырку. Это не тот съезд. Тихо, это не тот съезд. Это не тот съезд. Так. Кос. Я сейчас и нариков перелечу, да?
На реке в две, на реке! Просто лютейшие баги! Где я? Все, короче, будет прыжок. Чекайте, чекайте. Да, я тебя на сценарий еле вижу. На самом деле, реально, вот я просто кайфую от этой баги. Это настолько вообще кайфово реально кататься по чили вот с такой бешеной скоростью. Вот единственное только минус, что слишком много елок. Ты доехал? Ну да, мне не повезло, потому что я, как и боялся, я перелетел на тот, получается, соседний склон. Да едь ты уже, еб твою мать. Просто доедь. Тут чуть-чуть осталось, 3 секунды буквально. Тебе просто разогнаться и прыгнуть надо. В принципе, все, что от тебя нужно. И давай, 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 давай. Я должен хотя бы доехать хоть каким-то. Ну, я лечу. Полчаса здесь отдыхаем. Не полчаса, не ври. Так. Все, я вроде еще на колеса встал. По камням просто ездит. Вон, кстати, Ванек что-то там делает, прыгает непонятное. Окей, ребята, балл достается Ване. Он был более, так скажем, удачливый на этом подъеме. Потому что машину контролировать реально очень тяжело. Окей, ребята, и у нас остается спринт. Погнали. Итак, ребята, последняя дисциплина на сегодня. Спринт через весь город. 10 км практически едем. Ну, ты готов? Да. Раз, два, три. Вау, нифига ты пиганул меня. Страшно, я тебя чуть не убрал. Воу-воу-воу, кстати, офигеть, вы просто, ребят... Царя, жопа, я из-за тебя в этот врезался в столб. Не, на самом деле, тут просто, если даже ошибся, смотрите, как догоняет, еб твою мать, тормози. Догоняет, просто. Просто, как, конечно, на самом деле, страшно эту баги выкидывает. Сейчас будет автострада, кто-то думает, что это изи, но на самом деле... На самом деле, что-то мне кажется, нихера не изи. Я, на самом деле, даже не выжимая тапку, просто еду типа вот на изи. С полуспущенным газом. Смочишь. Тут в поворотах вообще сложно, я стараюсь не этот. Не-не-не. Да, вот. Ай-яй-яй, вот именно. Стараюсь не сделать ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, кстати, заметил, что с правой стороны дороги ехать намного комфортнее, чем с левой. Я не знаю, как это с чем связано, но это, походу, реально так. Справа больше это. Земля, кстати, это плохо. Ты сзади меня, да, держишь, ты рядом? Я вижу тебя, да. И... Так, там главное съезд, еще не проехать, да господи, господи, посмотрел я на карту и чуть не пожалел об этом. Ну я прям вот, нихера ты ботов убираешь просто. Я, нет, видимо, раз не клон, я все нормально. Mortal Kombat перевел? Я, чтобы ты понимал, еще еду среди потока, объезжаю шашки. Просто. Так, тормози, 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 поворот, пам! А, твою мать, я чуть в больничку не заехал. Нормально. Щет! Ты... Ёб твою мать! Чё, да просто ты всех ботов собрал, и я проехать не смог. Я вообще их не трогал. В смысле? У меня все боты, короче, разлетаются в разные стороны. Так, так, так. Ну да, возможно, кстати, разнесхрона, потому что я... Вот недавно мы снимали, видел, как, короче, этот... Все проехали, а потом бот полетел сам по себе, короче. Я не понял, что произошло. Да, за всеми. С нами поехать. Так, ну слушай, я-то вроде как на хвосту, но я уже все, я понимаю, что это ГБ было. На хвосте, Юрка на хвосту. Ай, ай, ай. Короче, не Юрка, чё. Ну там туннель был, конечно, сложный. Расслабься и всё, я... Да господи, что с ботами, ребят, вы видите, все боты как будто в тебя врезавшиеся уже. Ну, либо они просто охренели все. Они там всегда охренели. Так, ну это максимально близко, если учесть, как я ехал. Всё, неплохо, неплохо, неплохо в рулем случае. Окей, ребята, вот такая серия сегодня получилась. Просто лютейшие карты, что они творили. Один чили только стоит, не знаю, 1000 лайков как минимум с каждого. Поэтому, ребят, если понравилось, поддержите этот ролик лайком. Конечно же, подписывайтесь на наш канал. И всем спасибо, и всем пока. Всем привет, пока.